one sitting in a love seat. Life is lonely and incomplete. Like one sitting in a love seat. Life is lonely and incomplete. Меня зовут Марина Ягода. Я из команды «Так надо» на Сибирской. Мы ребята из Сибири. Нас четверо. И мы будем путешествовать по как раз городам Сибири. И мы хотим узнать, что такое сибирский стиль. Потому что он, безусловно, отличается от, не знаю, московского стиля, каких-то других русских вариаций, и от европейского стиля, в частности. И первый наш день начинается с того, что к нам приехали друзья из Еревана. И как раз мы сейчас вместе красим. И мы как раз у них пытаемся узнать, что они думают о Сибири, какие стереотипы. Что у нас ходят медведи по улице, что у нас зимой невозможно выйти на улицу, что у нас очень холодно, или и всякие другие штуки, которые обычно думают про Сибирь, допустим, в Европе. И мы пытаемся, может быть, развенчать эти мифы, может быть, действительно найти подтверждение, что так оно и есть, и понять, какой именно в рисовании есть сибирский стиль. Для этого мы будем общаться с друзьями, с ребятами, которые занимаются граффити, танцуют, сочиняют стихи, диджеи, которые в Томске, Кемерово, на Нагорном Алтае, в Шерегеше. И в конечном итоге мы должны как раз найти ответ на этот вопрос. А что такое сибирский стиль? Что вот это вот неуловимое? Понять, как оно вообще должно произойти, и по итогу мы пока не знаем, что будет. Это такой чистый эксперимент. Мы будем вести, во-первых, такой видеоблог каждый город. Допустим, мы поедем в Томск, там мы будем 3 дня, мы будем красить стенку, и в интернет будем выкладывать такое небольшое отчетное видео, а что мы узнали в Томске, а как нам было в Томске, что мы там нарисовали. И по итогу будет видео про каждый город, и в конечном итоге будет как раз фильм, который будет показывать, что это такое, что у нас в Сибири происходит. У нас нет сценария, это будет такая документальная история. И опять же, мы не знаем, что произойдет, но по-любому будет очень круто. Мы будем передвигаться очень интересным способом. Есть такая штука, называется Блаблакар. Это как раз такой, я не могу даже назвать это сервисом, но ты можешь зайти в интернет и найти попутчика, который едет с тобой, допустим, вот он едет на Кузнецк, у него есть место в машине. В интернете говорит: ребята, у меня есть место в машине, поехали со мной. Может быть, за какую-то сумму, может быть, просто так, бла-бла как раз, что можно пообщаться в дороге. И это тоже как раз часть нашего такого эксперимента, что мы будем передвигаться по городам Сибири с неизвестными людьми. Мы будем также рассказывать им про наш проект, спрашивать, что они думают, живя в Сибири, что вообще происходит. То есть это каждое наше передвижение будет интересно и для нас, как для сибиряков, и для, допустим, ребят в Европе, которые, может быть, будут следить за нашим передвижением, потому что мы будем также перетранслировать это все на английском языке. Я думаю, будет прикольно. My name is Ludi Raccoon. I'm a b-boy and a hip-hopper. And we are here with other guys from Germany and Russia to celebrate hip-hop. I really like it here. It's my first time in Russia, so we were first in Novokuznetsk, and now we are here, our last day, in Novosibirsk. In Novosibirsk, we have a good time. That's the main point, because of the good hosting. And yeah, we are doing graffitis here. Yesterday we were at a nice spot. It was an old swimming pool. It never finished. And we did a barbecue after it, and we did a lot of painting over there. And I did my first piece. So the first piece I ever did was in Russia, in Novosibirsk. First, for me, the Siberian style is very friendly. That means this 2 days here is like I'm coming not to intruders or to guys I don't know. It's like a family, you know? And I can see the guys from Technado, they're very close together. They like each other very much. They're painting together. And I think it's all about really like in the b-boy scene, it's having fun, having a good time. And it's all about that, you know? And yeah, traveling is always good. So if you're making a tour like this, it brings everybody together. That's the main point. Thank you. Yeah. Whoa, yeah. Peace out. Thank you for Technado having us here. Crazy girl. She's dancing. I'm out.
these memories.